И вот такое развлечение должен попробовать каждый приезжающий в Майкоп. И два раза в неделю были уроки адыгейского языка для всех. Там можно взять очень качественные, классные продукты, которые сделаны handmade. Находится внутри Краснодарского края. Когда на улице идет снег, вы можете наслаждаться, кайфовать, как говорится, в бассейне. Очень круто. Здесь я вырос. Республика Адыгея – уникальное место и настоящая находка для любителей природы. Республика включена в список всемирного природного наследия. 40% ее территории занимают леса, а солнечных дней здесь 200-250 в году, что отлично подходит для горного туризма, который здесь и развит. В Адыгейской республике живет немало животных, которые являются уникальными. Например, горный зубр. Адыгея является анклавом, так как граничит только с Краснодарским краем. По размеру республика очень маленькая и составляет всего 0,05% от площади всей России. И вот такое развлечение должен попробовать каждый приезжающий в Майкоп. Забраться на вот эту лестницу на смотровую площадку. Находится она прям рядом с городским парком и стадионом «Дружба». Я отправляюсь наверх, никаких лифтов тут нет. Топать нужно ножками. На каждом пролете по 10 ступенек. Я сейчас уже на 9-м, а осталось мне немножко. Двигаемся дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все четко. 10 ступенек на пролете. Так, 10-й был. Юху, ребята, 380 ступенек. И я на самом верху. На самом деле нормально, быстренько. Полет отличный. И я еще с рюкзачком. И здесь вы поднимаетесь. Здесь дальше идет тропинка в лес. Я не знаю, что сейчас там на этой тропинке находится. Но я предполагаю, что здесь что-то типа, ну как бы парка, леса. Можно погулять. Ну и, конечно, ребята, спортсмены, это идеальное место для того, чтобы потренировать ножки, побегать, заняться спортом. Здесь рядом парк, здесь рядом стадион, и я уже встретил человек 5, наверное, кто бегал, тренировался здесь. Видите, как красиво, декабрь, середина декабря, и тем не менее, все еще есть такие листики, везде все коричневое, и травочка пробивается. Снегом не завалено ничего, так только можно где-то увидеть немножко... припорошило там снежком. Температура около нуля. Ночью было минус 3. Воздух свежий. Дышать прям кайф. Ребята, майкопчане или кто был в Майкопе, какие еще места можно посмотреть? Что вы рекомендуете? Пишите, где круто. Обязательно подписывайтесь, если еще не подписались. Лайк, если понравилось видео. Ну и смотрите, конечно, другие видео о путешествиях по различных городах, куда я езжу, все показываю, рассказываю. Адыгейцы были древними обитателями северо-западного Кавказа, иногда называемыми черкесами, начиная с 13 века. Адыгея была основана как автономная область Советского Союза 24 августа 1922 года. Адыгейский язык относится к северо-западной кавказской группе кавказских языков. Наряду с русским языком является официальным языком Адыгеи. Кстати, обязательным условием для кандидатов в президенты Республики Адыгея является знание адыгейского языка. Письменность адыгейского языка менялась не один раз. Алфавит был как на основе арабского, так и латинского и кириллицы. В результате адыгейцы остановились на последнем варианте. А теперь маленькая тайна. Железнодорожная 227. Вот этот домик с синенькими ставнями. Здесь я вырос. Я родился в Магадане. Потом, когда мне было 8 лет, родители переехали в Майкоп. И всю школу, практически до 14 лет, я прожил вот в этом домике. После этого мы переехали. Вот такой вот мой район, где я когда-то жил. О, уже сколько лет прошло. Уже 20 лет прошло, как я уехал отсюда. А теперь давайте поедем, покажу вам школу, в которой я учился. А вот это, ребята, майкопская пятнашка. Здесь я провел со 2
по 7 класс. Именно здесь я учился. Что изменилось? Ну, деревья, по-моему, спилили. Здесь их не было. Заборы поставили со всех сторон. Поле футбольное. Здесь было просто как бы поляна. Ну, и мы гоняли вытоптанное. Но сейчас, видите, поставили тут решеточки, сделали искусственную полянку. Ну, покрасили в такой бледно-ментоловый цвет. Раньше школа была белого цвета. После этой школы уже была 22-я гимназия в Черемушках. А вот здесь, ребята, была кондитерская фабрика. Сейчас ничего тут кондитерского нет, как я смотрю. Мебель, ну, отдают здания под офисы. А когда-то была кондитерка. И вот так вот вдоль кондитерки, по шпалам, по вот тем, я телепал в школу каждый год. Как уже было отмечено ранее, столицей Адыгейской республики является город Майкоп. Майкоп был основан в 1857 году русскими как крепость для гарнизона территорий. Название города с адыгейского переводится буквально как «долина яблонь». Майкоп – город небольшой, его площадь всего 69 квадратных километров. Но от него можно добраться до значимых природных достопримечательностей, а также провести неплохо время и в самом городе, если у вас есть денек-два. Имеет смысл приехать сюда летом, ведь здесь находится один из самых больших бассейнов Европы, да еще и на открытом воздухе, глубина его 3 метра. Ребята, один из местных майкопских колоритов и достопримечательностей – это, конечно же, центральный рынок. И, блин, ну, не приехать сюда, не зайти я просто не мог, потому что, на мой взгляд, ну, конечно, кто здесь живет, кому это все приелось, для всех это нормальная абсолютно ситуация, и многие скажут, а что тут такого вообще? Но там можно взять очень качественные, классные продукты, которые сделаны handmade. Это вам не магниты с перекрестками. Визитная карточка республики – адыгейский сыр, который готовится из коровьего молока. Имеет нежный сливочный вкус, а также не вредит фигуре. Для адыгейцев очень важно быть в форме, поэтому неудивительно, что сыр создан именно таким. Если переводить название сыра с адыгейского дословно, то оно будет значить «корзина сыра». По легенде, рецепт божественного сыра был передан богом-покровителем домашних животных по имени Амыш, одной молодой девушке, которая получила имя Адыив, что буквально означает «светлорукая». Благодарность за то, что она спасла животных во время бури. Интересно, что во всей республике есть всего два города. Это Майкоп, который является столицей, и Адыгейск. Еще что интересно знать про Адыгею. Многие на самом деле не слышали про Адыгею. А если и слышали, то даже понятия не имеют, где она вообще находится. Так вот, на самом деле, ребята, Адыгея находится внутри Краснодарского края. То есть она со всех сторон окружена Краснодарским краем. Ну и, соответственно, это единственный край во всей России, с кем она граничит, понимаете? И в чем особенность этого края? А особенность прежде всего в том, что здесь уникальные места туристические, здесь есть горы. И что самое интересное, немногие об этом знают. Это Кавказские горы, здесь даже можно покататься на лыжах, на ехать из Майкопа до них всего 2 часа. Это Лаганаки. Здесь занимаются и альпинизмом. Здесь поднимаются на Фишт. Это самая высокая точка Республики Адыгея. Здесь есть и водопады, и каньоны. Здесь по реке Белая даже проводятся чемпионаты мира по сплаву на байдарках. И, по-моему, стартует он из Гузерипля. Здесь есть пещеры и одна из самых знаменитейших – это Азишская пещера. Прикольно то, что здесь декабрь месяц, и здесь, вы видите, то есть снега, ну, снег идет, но он тает. Здесь нет обледенения никаких пока что, и люди катаются на велосипедах. Кстати, в Республике Адыгея два национальных языка – это русский и адыгейский.
И когда я учился в школе, то не во всех школах, но в одной из моих школ, вот как раз 15-я, которую я вам показал, там адыгейский язык был у нас обязательный. И два раза в неделю были уроки адыгейского языка для всех. Республика Адыгея славится своей природой как самой главной достопримечательностью, а потому необходимо отправиться изучать именно ее. Кавказский заповедник располагается в пределах трех субъектов Российской Федерации. Здесь водится около 25 видов животных и птиц, которые занесены в Красную книгу. Савранская канатная дорога протяженностью 1.5 километра, подъем которой совершается почти на 1 километр над уровнем моря. А когда подниметесь, у вас будет возможность погулять по главному Кавказскому хребту, а также заглянуть в так называемый грот желаний, представляющий собой сквозную пещеру. Пещера расположена на горном хребте Унакос, что с древнегреческого означает «иди и бойся». Ребята, посмотрите, что для нас еще приготовил Майкоп. Здесь на выезде из города расположены горячие источники. И сейчас это все сделали очень прикольно. Здесь природная вода с разной температурой. 40 градусов, 30 градусов, 20 градусов. И вся она течет с гор. Все это красиво оформлено в разного рода бассейны. Когда на улице идет снег, вы можете наслаждаться, кайфовать, как говорится, в бассейне. Очень круто.